Устала? Нет. Набегалась? Тепловой удар может случиться. Какой? Тепловой или солнечный удар может случиться. Да? И что тогда будет? Тогда у меня... Ну? Да, но это плохо. Плохо для кого? Для меня. Уверена? Да. Что будешь делать? Чем будешь заниматься? Заниматься, пока поем, передохну. Перекусишь? Перекус. Читос. Это не читос, это чипсы. Чипсы. С сыром. Вообще-то, йогурт ты уже выпила? Да. А шалу ты будешь потом, сказала, да? Ну вот. Что такое? Я вот здесь вот. Я думаю, ты больше не хочешь, да? Не, еще. Ни капельки. Закрутить чуть-чуть только. Побежишь еще? Нет. Перекус у меня еще не начался. Алло. Алло. Вырос. Хаги-ваги ваш где? Это киси-миси вообще-то. Вы будете вместе есть? Да. С киси-миси? Да. Как тебе в этом парке? Хорошо. Хорошо, нравится? Да, раз. Внутри золотая пачка. Ну как, чипсики? Придется все съесть, а то рассыпятся, да? Да. Нет, спасибо. Перекусила? Только начала? Кира, давай сюда. Да. Ну давай уже. Иди поешь тогда. Значит, летать. О, ветер. О, ветер. Все равно не летит. Ну, рассказывай. Что вкусного едите? Мое любимое мороженое с моря. Твое любимое мороженое с моря? Да. А еще под кондишеном сидишь, да? Потому что жарень. На мамином сиденье. На моем. На твоем? Ты хоть покажи ребятам, какое твое любимое мороженое, чтобы все знали. Такая клубничка. Ну, это или там помидорчик, да? Ну, это вообще-то клубничка. Ну, хорошо, а что там еще есть? Там есть морожка. Что? И ложечка. И ложечка. Но вообще-то, когда мы были на море, там в упаковке ложечка стояла. Да? Ага. Ну ладно. Тебе нравится? Сейчас еще в магазин поедем, прикинь. Угу. Угу. С бабушкой. С бабушкой? Нет. Да. Чё ты такая злая? Мне мама не разрешила попсокет брать. Зато тебе рюкзак купили? Попсокет, который тебе вообще не нужен. Тебе рюкзак купили? Где твоя нога, Кисимисина? Нет. Где делась? Потерялась? Мама такая злая, что даже нога у Кисимиси от нее сбежала.